Героическое прошлое края, исторические личности, которые сыграли важную роль в становлении региона. Их имена нужно знать. Общественники округа предложили югорчанам принять участие в викторине «Югре 900». Конечно, я слышал, как же. Чему она посвящена? 900-летию якобы нашей Югры. Участвовать будете? Думаю, да. Какие там вопросы, как вы думаете? Что-то из истории Югры. Ну, поехал. Историю Югры хорошо знаете? Ну, интернет подскажет. Да, слышала, мне домой приносили. А вот, будет на выборах проходить. Участвовать будете? Буду. Ну, я так поняла, что эти вопросы по истории. Я не историк, я математик по специальности. Пробовать будете? Ну, удачу. Да, будем, конечно. Будем? Да. Знаете, там какой выигрыш? Машина. Участвовать в викторине может любой житель округа старше 6 лет. Достаточно ответить на 10 вопросов по истории края в анкете, которая доступна на сайте myopenyugra.ru. Получив уникальный номер участника, ждать результата. В день выборов президента 18 марта анкету необходимо передать волонтерам на своем избирательном участке. Ученые долго придумывали, какие вопросы отобрать. Я рассматриваю викторину как один из способов поддержания и укрепления патриотизма, любви к родину, к родине и знаний нашего прошлого. Что историки называют «Сибирской Троей» или к каким временам правления относится первое упоминание о Югре в русскоязычных летописях? По мнению краеведов, вопросы несложные. Ответы можно найти, источников много. На любой из этих вопросов, в принципе, можно ответить, посетив экскурсию, прослушав информацию об истории нашего края в нашем музее. Приглашаем всех желающих. Такого рода вот мероприятия, я думаю, что тоже что-то сдвинет, и мы дадим импульс молодежи, чтобы они изучали свой край, свою родину и, самое главное, любили ее. Столь масштабная викторина проводится в округе впервые. Это часть большого просветительского проекта «Югра многовековая». Эта идея, она родилась из самого общества. Вообще, весь этот проект родился, знаете, откуда-то не сверхов, наш большой проект «Многовековая Югра», а именно из желания наших югорчан любить свою историю, открывать ее новые страницы. Имена победителей викторины станут известны 24 марта. Главные призы – автомобиль и квартиры. Юлиана Сотник, Николай Гаркуша, Алексей Николаев. Специально для новостей.